Теперь для смены фамилии карагандинцам понадобится только электронная подпись. На сайте egov.kz граждане могут зарегистрировать рождение ребенка и даже открыть свой бизнес. Об этом и других нововведениях в законе о государственных регистрациях сегодня на брифинге сообщил департамент юстиции Карагандинской области. Подробнее в репортаже Аиды Ибраевой. Если раньше для регистрации квартиры нужно было посвятить около недели для оформления необходимых документов, то согласно введенной с 1 января электронной версии оказания услуг для регистрации недвижимости, все вопросы можно будет решить за менее короткий срок. Для этого необходимо, чтобы гражданин подал заявку, указал свой электронный адрес, сделал проплату через шлюз электронного правительства, после чего, обработав информацию, нотариус направляет ее в регистрирующий орган, то есть территориальное подразделение управления юстиции по месту жительства, после чего регистратор регистрирует данную электронную регистрацию, после чего уведомляется нотариус и непосредственно гражданин по электронной почте. Открыть свой бизнес всего за один день теперь могут и карагандинские предприниматели. Для этого представителя малого бизнеса необходимо просто заполнить уведомление на портале электронного правительства и там же произвести платеж. При положительном результате которого предприниматель получает справку о регистрации юридического лица с присвоенным бизнес-идентификационным номером. По словам специалистов юстиции, такая система намного облегчит процесс регистрации для клиентов. Нет необходимости стоять в очередях в Центр обслуживания населения для сдачи документов. Нет необходимости платить каким-либо юридическим фирмам, чтобы они сформировали его устав. Нет необходимости ждать, когда будет готово свидетельство, обратно таки идти в ЦОН за готовым свидетельством о государственной регистрации. То есть, сидя у себя дома посредством своей электронной цифровой подписи, все предприниматели могут зарегистрировать свой бизнес в течение одного дня. И опять-таки не надо идти в какие-либо органы, чтобы получить свидетельство о государственной регистрации. Нововведения в законе о государственной регистрации затронули и физических лиц. Получить свидетельство о рождении ребенка, подать заявление в ЗАГС можно через электронный портал. И даже для того, чтобы поменять фамилию, не нужно долго оформлять документы. В отдел ЗАГС поступает заявление, электронное заявление для регистрации перемены ФИО в связи с желанием носить добрачную фамилию, если об этом не было заявлено при оформлении расторжения брака, и в связи с желанием принять фамилию супруга, если при регистрации брака вы оставили свою фамилию. То есть на сегодняшний день все наши карагандинки имеют возможность после регистрации брака поменять фамилию и подать данное заявление непосредственно через интернет. При подаче заявления в онлайн-режиме граждане прибегают к помощи нотариуса, который подробно объяснит все новшества. Специалисты юстиции также провели разъяснительную работу для представителей нотариатов. В здании НДП «Нур-Отан» состоялся семинар, в ходе которого были обсуждены все детали новой системы. С 1 января вступило в законную силу изменения в закон о регистрации недвижимого имущества. Данный вопрос сейчас будет очень приоритетным. Он будет сейчас в мониторинге республики. Непосредственно вот с участием, которое оперируют другие направления по регистрации юридических лиц, регистрации актов гражданского состояния, введены очень много услуг, которые осуществляются в электронном виде. Так, вот, например, 2 часа у меня сделка. Все, я начинаю регистрировать. Ну, где-то в 15 часов заявка. В 15:00 у меня подана заявка на регистрацию. Аида Ибраева, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.